полностью погрузиться в мир компьютерных игр, нисколько не возражаю. Но мне хотелось бы все равно оставить вот эти внешние видео, какие-то, я не знаю, какие-то путешествия. Безусловно, вот у меня же есть еще интервью профессионально снятые, ребят. Скоро я их всех размещу на канале. Это вообще отдельно. То есть они, ну, такие беседы снятые. Мы с Георгием, моим другом, снимали, оператором, на профессиональной камере, с микрофоном, все, с режиссурой. Поэтому это все тоже очень важно, друзья мои. Как вам футбольное поле около смородины? Утиный шаг. Я утка. Ну, сейчас я посмотрю, подожди, еще открывается ли этот сайт.